Заканчивается дождик. Вышли обезьяны. Мамашки тут мелкими перебежками, посмотри, раз-раз туда побежали. Угу. Вот. И сидит один вот тут вот еще. Мы еще не выходим из-под козырька, потому что еще дождик таки капает, а мы и так промокли у нас куртки. Ну, тут, конечно, не самый удачный ракурс для съемок. Но как есть, сейчас дождик закончится, и мы пойдем к ним. Вот решетка не дает снять нормально. А вон пошла мамашка, пошла. Это Люська. Люськина, да? Несет на руке? Да, да, она ее как-то так на предплечье. Ну, на руке несет. Да. Не дает снять, а не дает. Надо туда идти. Да. Чуть-чуть перестанет. Не хочет, видишь, на капельках фокусируется, а на обезьянах нет. Ладно, подождем. Парики. Закончился дождь. Смотри, парики. Какой. Люська 2, Люська 3, так, Люська 4. Там, смотри, девочками. Какой. Вот она его держит на руке. А, вон она. Да? Вот она прям. А он прям хорошенький так, такой. Кто-то там возле той трубы. Вернут тоже, да? Нет, возле трубы деду, вот свергнутый. Вот он. Вот он свергнутый, да. Это он. О, боже. Кто орет? Кто орет? Снизу кто-то орет? А, здрасте, истеричка. Ты что орешь? Ты что орешь? Вот сидит. Тоже с малышариком. А этого прижимает к тебе. Нет, это Диду. Вот тот какой-то молодой пришел. Вот это Диду. Вот он. Вот он свергнутый и сидит. Вот это свергнутый. Вот чуть-чуть там ты свергнутый. Поджел. Да. Свергнутым свергали там... тебя нормально так. Свергнутым тоже надо что-то надо... А, видишь, этот забирает? Вот который же. Новый король. Ага. Тут у вас, короче, было вот это, пока нас не было. А ты что ты орешь? На свергнутого натравливает. Ты посмотри, какая. Она орет и смотрит на него, а потом на свергнутого. Типа, давай, он тут пасется, надо его прогнать. Люськина мать пришла, смотри. А все они пришли, вот они все, походу, это. И он их забрал себе. Так, а ну-ка, на свергнутый, пусть он там себе и ходит. Сторонки. Вот они две с малышариками тут сидят. Люськина мать и вот это вот вторая. Вон, смотрите, какой хорошенький. Мальчик, девочка, кто ты? Люськину сестрицу чи братика не видно. Мать себе, о, вот. Вон, смотри. Смотри, какое оно хорошее. Ну, да что ж вот эта решетка. Да что вы на него... Чего уже? Его уже свергли, хватит. Ага, он прям это, уменьшился в размерах вообще. Так, а ну, смотри, какие. Смотри, вот этот вот. Чего вы его? А ну не трось. Что за вот это вот у вас? Вон, видишь? Я вижу, да, она орет на него. Так, а ну-ка перестань. Сюда им, сюда. Чучундры. Вот склочные обезьяны какие. Ага. Ты, дом 2. А ну, цыть. Вот он пришел сюда. Вот он. Девка, ну что вы орете? Ну да что вы орете? Или залазит уже. Ага, вот слушай. Первого раза сейчас он только залезет. Давай, да уже не лезь, он там внизу есть что подъесть. Ой, хорошо тебе досталось, конечно. Вот эти ваши законы гамадрили. Ну а что поделать? Шокирует. Ну, смотрите, как она делает.
А тут три вот пришла и... Снизу орёт, да? Цыть! А ну-ка! А ну не орать! Ты посмотри, раз... Уши закладывает от вас! Какие? Посмотри, наглые! Лезет, лезет, смотри, вот это вот она мелкая. Она его, да, вот это вот. Снизу достает. Чего ты к нему пристала? Ужас! Ужас! Все, совсем загнобить решили, да? Ага. Почувствовал. Ой, смотри, отдельно. О, отдельно. Но это ой, не Люськин. Да? Не Люськин. Ну, это такой, да, позаросший. Он такой попушистый малыш. Еще руки еле шевелятся. Просто вообще такие они еще, да? Посмотри, у них движения, а еще неловкие такие. Такие бози-бози. Боже. Господи, скандалисты. Ой, нашел. Вот так. Видно его. Сейчас посмотрим. Тут на телефон чуть ближе, когда-то на телефон получше видно через решетку эту. А, это Люськин, смотри. Это Люська? Или их две так носят? Я вот не могу понять до сих пор. Носит на руке? Мне кажется, что две самки носят вот так вот малышей. Странно. Потому что один... Один же заросший вот этот вот, да, такой, а второй не такой заросший. И тоже вот на руке вот сидел. И только одна носит прям целиком на груди. Две самки так носят. Ой, такой хороший, смотри. Такой хороший. Уши такие розовые. Угу. Так, а куда делись остальные? Да, разбежались мамки. Не знаю, так это ушла, так что не видно. Вот сбоку. Вот он. Полные щеки набила. Да? Люськина мать. Ну это может не Люськина мать. Ой, я не знаю. Все они Люськины матери. Это как уже нарицательная. Да. Люськина мать. Ах, ты я просочусь быстро. Вот так вот. Ага. Я за ней, она от меня. Вот она держит его на руке, видите, смотрите, вот. Уже она его даже на плече практически держит. Кто у тебя там носит вот на груди? А вот где? Где она? Которая не Люськина. Вот а, она. Вот она, да. Да. Вот она у нее подкушенная там висит. Так, а вот еще одна мамашка. Где? Вот, вот она. Вот это там... не мамашка. А, мамашка, вон, вот там оно там торчит, уже. Да. Слушайте, ну, что-то непонятное. Не разберешь. Ну, похоже, вот та Люськина мать. Ну, да, таки. Да. Это такая прям хорошенькая, слушай. Вот это она, прям... вот она Люськина, вот она, вот она. Вот и малыш у нее вот. Там. Вот это Люськина. Я подошла к ней. Смотри. Вон у нее уже висит, как придется, походу. Так он у нее будет самый самостоятельный зато. А вот развернулась к нам вот третья мамочка. Вот она его носит прямо на груди, на животике. Ну и это на груди носит. Две вот эти вот. А вот пришла пообщаться, да? И ушла. Ну нет, она... Что, что папашка? Смотрите, там. Папашка, да. Туда рассказывает. Там туда не ходи, сюда ходи. Да? Нет, это не папашка. Это какой-то молодой самец. Племянник, племянник. Ну, может быть, да. Пошла собирать. Правильно, займитесь делом. Угу. На отщепенца все гораздо наезжают. Что на того? Ну, на того самцы кидались. А тут и самки, видишь, прям такие. Все взбунтовались. Угу. Плохой правитель, видать, был. Что раз самки взбунтовались. Ну, такие правители, конечно. Ну, хоть поест. Завидной судьбой. Вкусняшек. Остался изгоем. Ничего, ничего. Тут оно, знаешь, ветер перемен. Сегодня так, завтра так, да. Белые пришли, красные пришли. Ничего, он же скинул отщепенца когда-то. Скинул. Так, это что ж такое? Ну, где-то кто-то мяукает. Мяу, вот это. А у нас есть корм кошачий как раз. О, хорошо, так, пойдем. Где тут эти еще? Кстати, это мяу. Где? Мамки ушли? Нет, вот здесь мамка. А где еще одна? Разбредутся, фиг поймаешь.
То ли это одна и та же так носит, то ли две так носят детей. Но радует, что дети все при мамках и все хорошенькие. Надо наблюдать. Может, девочки? Все три. Так, вот она пошла. Люська-то тоже девочка была. Пошла. Ее ушла в домик. Ушла в домик. Из завещания, так сказать. Ну да. А, ушла в домик, вышла? Она не на доме, не в домик, а вон на. Нет, она зашла была в домик. Ну, тут тяжело их снимать, конечно. Вот она тоже. Тихо-тихо-тихо. Вот. Чудик. Я тебе говорю, будет самым самостоятельным. О-о-о, схватила, побежала. Куда ты его понесла? Кто так носит? Люськина мать. Все? Вы в дом? Ой, а он что-то там даже говорит. Маленький? Да, у Люськи. У Люськиной матери. Ага, вот она на этот залезла. Дождь начинается, вот. Ну да, наверное, опять. Опять дождь. Надо прятаться, говорят, да? Не хочет камера фокусироваться. Да что ж ты будешь делать? Пошли.